Кабан считается одной из самых красивых птиц на нашей планете. Впервые этот вид был описан еще Карлом Линнеем в 1758 году. Родовое название птицы звучит как пандион. Считается, что свое название скопа получила в честь мифологического правителя Афин Пандиона I. По легенде, этого царя превратил в птицу сам Зевс. Откуда произошло русское название скопа, история умалчивает. В этом небольшом ролике мы хотели бы рассказать о скопе некоторые удивительные и необычные факты. Хотя скопу относят к гнивным хищным птицам, но у нее есть и свои некоторые явные отличия. Например, ее ноги больше похожи на совиные, чем на соколиные или орлиные. Головой и клювом скопа напоминает ястреба. На ее затылке просматривается небольшой хохолок, да и сама птица постоянно выглядит взъерошенной. Спина и крылья у нее темно-коричневые, а нижняя сторона тела белая, с коричневыми полосками. Хотя в окраске могут быть и другие вариации этих цветов. Расцветка чаще всего зависит от конкретного подвида и места проживания. Длина тела скопы составляет примерно 65 сантиметров. Размах крыльев почти 1,80 м. Скопа широко распространена на многих континентах. Ее нет только в Антарктиде. Она селится около больших водоемов и питается рыбой, которая плавает у поверхности воды. В отличие от других хищных птиц, рацион скопы на 99% состоит из рыбы. Иногда она может охотиться на других птиц – змей, андатр, полевок, белок, саламандр и даже маленьких аллигаторов. Но основная пища – это все-таки рыба. Причем она питается любой рыбой, которую в состоянии поймать у поверхности воды, и действует по принципу «хватай и лети». Высматривая добычу, птица почти без усилий красиво парит над водой. Заметив рыбу, она сразу же устремляется вниз, вытягивает вперед ноги и хватает ее в воде своими когтями. При необходимости скопа может на лету корректировать свой бросок. У нее очень точный глаз. Иногда она даже уходит под воду с головой. Для такого нападения скопа прекрасно оснащена. Жесткое плотное оперение на нижней части ее тела смягчает удар о воду, а длинные изогнутые очень острые когти и шипики на пальцах помогают ей удерживать скользкую добычу. По словам наблюдателей, неся пойманную рыбину к берегу, скопа всегда держит ее головой вперед, уменьшая тем самым сопротивление воздуха. Так как скопа питается рыбой, то и гнездится она неподалеку от места кормления. Для гнездования выбирает высокие деревья, иногда даже старые, стоящие отдельно. Но чаще всего ее гнездо находится на высоких хвойных деревьях, которые растут на краю леса, на берегу реки или озера. Материал для гнезда собирают оба родителя, но строит его в основном самка. Гнездо строится из веточек и затем обвивается водорослями или травой. Иногда используют различные плавающие или лежащие на дне предметы. Например, рыболовная леска или пластиковые мешки. Одно и то же гнездо птицы могут использовать несколько лет подряд. Но каждый год достраивают его и приводят в порядок. Самка откладывает в среднем 3 яйца. Каждая с интервалом в 1-2 дня. В насиживании участвуют оба родителя. Примерно через 40 дней появляются птенцы. Они появляются в том же порядке, что и откладывались яйца. По одному каждые 1-2 дня. Первые птенцы, имея преимущество перед последующими, становятся сильнее. Если же еды недостаточно, то часто более слабые погибают. В первые 2 недели птенцы не способны поддерживать постоянную температуру тела, поэтому самка регулярно их согревает. Через 50-60 дней птенцы могут уже самостоятельно вылетать из гнезда и учатся охотиться.
Несмотря на свой грозный вид, скопа очень миролюбивая птица, а иногда даже совсем беззащитная. Даже нахальные вороны могут отнять у нее рыбу. Известны случаи, когда скопе приходилось кормить всех пернатых соседей, чтобы донести добычу до гнезда. И все же миролюбие этой птицы распространяется исключительно на желающих отнять добычу. Если же опасность угрожает гнезду, то разъяренная скопа готова биться насмерть с любым соперником. Несмотря на внушительные размеры, у скопы есть природные враги. В первую очередь это орланы, которые видят в них конкурентов и пытаются вытеснить с мест гнездовий и охоты. Во-вторых, угрозу скопе представляют филины и совы. Они дожидаются ночи и под покровом темноты таскают их птенцов, наносят вред и люди. При этом они делают это неосознанно. Просто скопа очень чувствительна к пестицидам, которые могут попасть в ее организм вместе с пойманной рыбой. В настоящее время примерная численность этой великолепной птицы оценивается в пределах 500 000 особей, но учитывая довольно большой ареал распространения скопы, подсчитать ее точное количество не представляется возможным. Скопу не относят к исчезающим видам, но в некоторых странах она все же занесена в красные книги, как редкая птица.